Вечерние Чебоксары – это, братцы, нечто. Музыкальный фонтан в центре города. Театр прекрасный, все вылизано, чистота безумная, красотища. Ничего я, правда, не снимал, вот только с телефона вот осталось, ребята у меня снимали. Но зато я снял все утром. И это я вам сейчас покажу. А пока полюбуйтесь на фонтан. Расслабились мы вчера и все проспали. Вот. А в 7 утра мы обычно в это время уже прошли там метров 40. А у нас сегодня расслабон. Мы пошли в Макдональдс Казанский позавтракать. Смотрите, как интересно здесь утром. Мы были здесь вчера вечером, сейчас, наверное. Но вчера вечером мы снимали только телефонами. Сейчас покажу, что получилось. Сейчас я с камеры пошел с утра. Что, пойдем, вот. Сыграем на рояле, хоть тебе палочку. Пойдем. Да, вот смотрите, какой зеленый рояль тут у них. То есть это же все. Я не знаю, что это все такое. Что это такое? Просто такой арт-объект. Зеленый рояль. Это? Да. Вот Женька играет, а пара танцует. Рояль стоит, все это из ковролина сделано. За нами Чебоксарский театр. Справа колесо обозрения. Какие-то рестораны. Женька увлекся уже игрой на рояле. Вот. Очень здесь красивый вечером вчера. Прям очень. Здесь поющий фонтан. Причем он бьет у них прямо из пола. Сейчас вот подойдем, я вам покажу, это мне интересно. 800 лет. Да. То есть вот мы сейчас идем и ругаемся. Вот у нас 800 лет, сейчас все украшают, все будет красиво. А у них без 800-летия все красиво. А, здесь идет межрегиональный фестиваль национального костюма «Золотая россыпь веков». И вот выставлены такие вот, видите, статуи в каких-то мега-крутых костюмах. Все золотое. Так идешь прямо по набережной. И вот, вот эти статуи стоят. Еще одна статуя. Тоже в каком-то другом костюме. Игорь Данилин, художник этих вот статуй. Ну, в смысле, этих костюмов статуй, говорю. Господи, уже что-то с утра. Идем в Макдональдс кушать. Игорь Дадиани, извините, из коллекции «Маргиналы». «Маргиналы», национальный костюм. Ну, не знаю, не знаю. Знаете, как у них тут здесь все красиво на этой набережной. Посмотрите, вот прям вот, ну все вылизано. Чистота, пипец. Вот вчера народу еще было. Море вечером. И вот все так чисто. А сейчас мы идем с вами к фонтану. А фонтан, вот смотрите, вот фонтан прямо перед нами. Вот видите фонтан? Слушай, а у нас на почте маркетинг то же самое, наверное, хотят сделать. Ну, может быть. Но вот фонтана нет, да? А он бьет прямо из... А он есть. Из этого. Его не видно, но он есть. Да. Вот он начинается, фонтан. Вот, вот смотрите, прямо на камнях идут вот струи. Вот эти как бы сопла, да, вот из них лупит фонтан. И освещение. Да, и освещение. И тут дети, конечно, маленькие, тут бегают по всему этому фонтану. Для них это вообще прям полное счастье. Вот здесь, видите, в центре круг какой-то. Это все фонтан. Сейчас вот телефоном наложу. Еще арт-объект, один лошадка у них с каретой. И вот там родина-мать. Проходишь по переходу такому. И там родина матери доходишь. Вот вы знаете, на мой взгляд, Чебоксары вот в плане вот этой зоны отдыха самые крутые на Волге. Вот ни у кого такого больше нет. Правда, вот в Самаре мы не ходили, но в Чебоксарах просто реально круто. Съездите, посмотрите. Съемка. Вот здесь еще такой маленький кусочек набережной. Тоже арт-объект, но это детский все арт-объект. Смотрите, вот три поросенка, Чебурашка, крокодил Гена. И меня здесь впечатлили очень вот эти вот фонари. Вот смотрите, фонарь в виде одуванчика. Евгений, ну ты же не ребенок уже.
пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Помнишь, как это? Давай на клавиши нажимайте там. Помогите. На клавиши? О! Не хватит обхвату! Ты-тен! Чебурашкой вниманием не обделите. Пощекотите ушко, да. А кто ты ему этот цветок использовал? Да, сломали. Отгрыз, наверное, добрый ребенок какой-нибудь. Другой рукой можно носик погладить. Ну это нам, между прочим, охранник разрешил. То есть это мы не вандалы. То есть он тут прям вот стоит охранник. Животные. Охранник стоит, и все тут охраняет. Даже это самое. Мы это думали, медведи. Это три поросенка, а это три медведя, без Маши. Серединку ставьте между ними, да. Жень, вставай серединку между тремя медведями. Нет, они... я все-таки думаю, что это поросят. Три медведя, видишь, они какие, с ружьем. С ружьем, с биноклем. Ну, в общем, круто, пипец. Тут... А, его еще на тачке везут, смотри. Да. В общем, тут это самое, целое шоу. То есть вот это вот в центре города сделано. Это центр самый, Чебоксар. То есть вот там родина мать, вот на том берегу. Вот видите, переход такой через речку. Да, и вот одуванчики предложили сдуть нам. Охранник кричит, сдуйте одуванчик. Одуванчик металлический, очень красивый. Вот этот светильник, он ночью горит. Мега круто все. Сейчас обратно пойдем, сфотографируем у меня. Моих легких не хватит, чтобы его сдуть. Вот, смотрите, то есть видите, целая аллея такая одуванчиков. Вот этот вот огромный детский городок, то есть для чебоксарских детей. Круто. Я вот просто счастлив. Я такого не видел нигде вообще. Нигде. Вот, посмотрите, детский городок вон, а вот Хмель и Шишка. Вот Хмель и Шишка мы вчера ужинали. Очень нам понравилось. Молодцы. Рекомендую вот сюда. Вот Хмель и Шишка. Мы пошли завтракать в местный Макдональдс. Устали уже от лодочной еды. И увидел я вот здесь вот аналог нашей чкаловской лестницы. Смотрите, в Чебоксарах тоже есть, оказывается, лестница, которая куда-то ведет, и там герб какой-то нарисован. В общем, в Чебоксарах мне очень понравилось. Смотрите, как интересно. Чуваши любят своих людей. То есть вот висят картины чувашских художников. Все подписано. 100 выдающихся людей чуваши. Вот. Картины висят прямо на улице и прямо вдоль всего этого здания. То есть вот это все. Картины, они все висят. Ну, чуваши молодцы. Вот вид на нашу марину. Прямо в центре Чебоксарма. До памятника матери, наверное, минут 8 идти. Ну и самая дорогая, зараза. Изменилась жизнь. Утки прямо в центре Чебоксар. Тут плавают в канале. Кушают. Раньше бы их всех постреляли бы и съели бы. А сейчас вот здесь... Все хорошо, цапля стоит, больше того, в центре Чебоксар. О, стоит цапля в центре Чебоксар. Отходим мы из гостеприимных Чебоксар. Вот эта марина, навороченная, прямо в центре города. Очень хорошо здесь. Дороговато, но вот я вам рекомендую вставать здесь. Потому что надо даже встанете где-то далеко, на такси придется потратиться. А тут все, вышел пешочком, прогулялся, все тут рядышком есть. И очень красиво. В общем, Чебоксары меня просто поразили своей красотой. Я был в Чебоксарах в прошлый раз осенью, было все страшно и не очень. А сейчас, конечно, вообще. И вот, смотрите, все, город с нами прощается, а мы прощаемся с Чебоксарами. Обязательно сюда схожу еще раз. Прям обязательно, с друзьями, с семьей, тем более, что шлюзов никаких нет.